Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. И вчера я, как и все вы, смотрел трансляцию на 4 аккаунтах. К сожалению, на большем количестве аккаунтов физически не получилось смотреть за отсутствием необходимого количества девайсов. Но в целом и тому доволен. И на одном из аккаунтов у меня не получилось забрать все 8 контейнеров, получилось забрать только 6. Поэтому, ребят, открываем сегодня не 32 контейнера, а 30 контов. И я больше чем уверен, что хоть что-нибудь годное оттуда должно выпасть. И да, ребят, кстати, хотелось бы следующее отметить. Многие говорят по поводу того, что данные контейнеры хуже, чем на предыдущие трансляции, там, где можно было реально собрать себе танчик, то есть вероятность выпадения частей сертификатов была выше, и, соответственно, многие машины себе пособирали. Я лично данные контейнеры плохими не считаю. Здесь можно получить и части сертификатов, и есть выпадение машины вероятность, причем выпадение машины, согласитесь, ничем не хуже, допустим, чем во многих платных контейнерах. Короче говоря, ребят, контейнеры годные, не надо там прям уж совсем гневиться на тему того, что слишком скудные подарки. Ребят, это халява, вы абсолютно ничего не делали, вы даже не играли в боях для того, чтобы эти конты получить, поэтому радуйтесь тому, что вам дают бесплатно. Я лично безумно рад. Wargaming меня не продвигает, поэтому это не реклама Wargaming, какие они молодцы, это просто констатация факта того, что хороший контейнер и не более того. Ну что, ребят, давайте будем открывать, посмотрим, что выпадет. Я не делаю большую ставку, уж больно я невезучий, хотя, возможно, мне Wargaming гейминг подкрутил, но пока подкрутки нет, хотя свои 100 косарей уже получаю, едем дальше. Но давай, часть сертификата на Type 62, окей, хорошо, договорились, будем собирать, значит, Type 62, Type 59, ну, выпадет машина, интересно, или нет, хотя бы на одном из аккаунтов. Я, честно говоря, сомневаюсь. Дело в том, что за 8 лет, допустим, из платных контейнеров мне не выпало вообще ни одной... А, вру, одна машина, соврал, да, ребят, одна машина за 8 лет мне выпала. И то на твинке и не сильно-то и годная. Ну а что касается бесплатных контейнеров, то я получал машины из тех контейнеров, которые вот там раз в 3 дня, по-моему, можно было открывать, раз в неделю. Короче, из них машинки мне выпадали. Не так уж и часто, но такое было. Здесь, к сожалению, ничего годного. Быстренько перепрыгиваем на другой мой аккаунт. Итак, друзья, добрались до 2 аккаунта, посмотрим, что выпадет здесь. Пока в целом, я не могу сказать, что я прям вау доволен, но халява есть халява, я ее получил на одном из аккаунтов, на 3 еще получу, и считаю, что это уже годно, это уже нормально. А если где-то еще и выпадет машина, хотя по большому счету из всех вот этих вот машин, которые могут выпасть, меня интересуют только 2 тачки. Вау! Супер! М4190. Жаль только, вот жаль, что данная машина не упала мне, ребят, в основной мой аккаунт. Данной машины у меня нет, я ее себе не покупал. Крайне доволен, что она упала сюда. Значит, у меня будет возможность сделать на нее честный и объективный обзор. Ребят, для того, чтобы увидеть этот обзор, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим видео и обязательно жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход этого видео, ну и всех последующих. Ну что, открываем дальше. У меня есть еще пара контейнеров здесь на аккаунте, но я больше чем уверен, что годного ничего отсюда не выпадет. Ну, просто потому что из этого списка контейнеров с одного уже машина упала, и я, ну, крайне сильно сомневаюсь, что ну, система даст мне возможность получить еще один премчик отсюда. Блин, как же ж обидно, что данная машина не упала на основу. Я так хотел на основном аккаунте что-то себе достать, и в итоге, блин, что-то я так понимаю, что сегодня явно в этом отношении будет не мой день, но сегодня мой... Я просто в шоке, ребят. Е25-я. На этом аккаунте нет, на 2 аккаунтах, на основном аккаунте и на одном из твинков данная машина у меня есть, обзор на нее я уже снимал. Заходите, смотрите, обязательно будет ссылочка в данном видео вот здесь вот наверху. Смотрите по поводу данной машины, что она собой представляет в средних руках. Я в трансе, ребят, вот серьезно. Если бы я не знал по поводу того, что Wargaming даже не подозревает явно о моем существовании, я бы подумал, что мне подкрутили. Ну что, перепрыгиваем на 3 аккаунт, у меня прям уже аж руки свербят открыть там.
Итак, мы на третьем аккаунте, сейчас будем открывать здесь, и, честно говоря, я немножечко до сих пор нахожусь в шоке, потому что мне никогда годно ничего из контов не выпадало, а здесь на одном из аккаунтов, пускай на твинке, мне выпало сразу две премиумных машины. Я очень сильно хотел себе М41 на основной аккаунт, ровно как и Т44-100. Все остальные машины у меня есть на основе и встречаются на твинках, поэтому вот тому факту, что мне конкретно М41 выпал не на основе, ну, я не то чтобы там радуюсь и параллельно грущу, не знаю даже, как эти чувства описать. Ладно, открываем здесь 6 аккаунтов, ой, господи, 6 контейнеров, простите, заговариваюсь, и переходим на основу, а там уже будет поинтересней. Так, пока ничего, но напомню, здесь у меня 6 контейнеров, а не 8. К сожалению, 8 контов я собрать по техническим причинам не смог. Все никак не запускался счетчик начала трансляции, ну и, соответственно, мне не насчитало. Так, давай, давай, выпади здесь хоть что-нибудь. Вообще, ребят, смотрите, получается-то как? Получается, что в целом шансы получить машину действительно есть. Я получил на аккаунте на одном из 2 машины. То есть, в целом, стоит того, чтобы посмотреть трансляции или хотя бы запустить, и чтобы они шли и делать там свои дела какие-то. И, возможно, вам точно так же повезет. Обязательно пишите в комментариях, что вам выпало из ваших контейнеров. Я думаю, всем будет интересно. Ну, а мы пока перепрыгиваем на мой основной аккаунт и будем открывать там. Ну что, друзья, мы добрались до основного моего аккаунта, и я не сильно верю в то, что мне здесь что-то годное упадет. Сейчас объясню почему. Я сторонник теории заговора, и я больше чем уверен, что компания, которая занимается вот IT-разработками, да, она не может не контролить, допустим, по IP-адресам. Соответственно, если у меня дофига там аккаунтов, но я захожу все равно под одним и тем же IP-адресом, то мне почему-то кажется, что компания воспринимает это, ну, именно как то, что у одного человека несколько аккаунтов. И навряд ли на всех аккаунтах будет что-то выпадать. Плюс к тому, на данном аккаунте у меня самая высокая игровая активность и активность в отношении получения машин, приобретения машин. Соответственно, скорее всего, где-то что-то как-то, возможно, подкручено под то, чтобы мне выпало что-то из там каких-то частей сертификатов и подобных вещей, и навряд ли выпала машина. Я очень сильно надеюсь, я держу пальцы крестиком за М4190 либо Т44-100. Очень сильно хочу себе на основу данные машины. Ну и давайте посмотрим, подкрутили или не подкрутили. Уверен, что не подкрутили. Навряд ли что-то будет здесь. Ну, Т4485. Ладно, окей. Да, блин, что-то как-то вот совсем не густо. Ну давай, давай, родной, 5 штук еще. Еще целых 5 контейнеров, ну хоть что-то же здесь может упасть. Пожалуйста, давай, родной мой. Есть, есть, есть. Блин. Я-то был уверен, что если 5 штук выпадает, то вот здесь вот в конце будет машина. Ну и вот он, заветный М41. Ладно. Открываем оставшиеся 3 контейнера. Сейчас должна быть такая, знаете, бешеная барабанная дробь. 2 конта. Ну давай. Давай, зараза! А, нет! Да! 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 Есть! М4190! Ребят, я настолько счастлив! Я... Так, стоп! ГСНчик, успокойся! Все нормально! Все хорошо! Все классно прошло! Ты получил на основе машину, о которой мечтал! Ты забрал ее абсолютно бесплатно! Ребят, я искренне, искренне желаю каждому из вас получить тот адреналин, который у меня сейчас был! Я искренне желаю, чтобы вы достали из контейнера ту машину, о которой вы мечтаете. И, ребят, я все равно продолжаю быть уверенным в том, что подкрутки от ВГ здесь явно никакой нет. С моими 10 тысячами подписчиков я им явно пока не интересен. Ну а когда стану им интересен и они выйдут со мной на связь, вы об этом узнаете первым. Это я вам гарантирую. А для того, чтобы узнавать все первыми, для того, чтобы видеть честные обзоры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, пишите, обязательно пишите свои комментарии, что выпало вам, потому что... Потому что многие ребята таким образом вносят ясность и предоставляют более расширенную картину по вероятностям выпадения чего-либо. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего. Ну а я побежал катать новую машинку. Пока-пока! Простите, друзья, будучи на супер-дико вот таких вот огромных, не знаю, ничем не измеримых эмоциях, я забыл сказать самое главное. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Вот теперь точно. Пока-пока!